назад, в 1913 году, Российская империя торжественно праздновала 300-летний юбилей правящего дома Романовых. Согласно высочайшему манифесту императора Николая II, начало празднований было приурочено к дате избрания на царство в Москве 21 день февраля 1613 года боярина Михаила Федоровича Романова, ближайшего по крови к угасшему царственному роду Рюрика и Владимира Святого. В 1725 года не стало Петра Великого, отдайте все, прошептал он на смертном одре, а кому, сказать не успел.